Алоха, криптовалютчики! Рад снова приветствовать вас на своем канале, и сегодня я расскажу вам про интересный блокчейн-стартап под названием GSC Aviation, или Genesis Supply Chain. Что же это такое? Genesis Supply Chain Platform – это компания, которая базируется во Франции, родом из Франции, и занимается разработкой блокчейн-решений для блокчейн-поставок для повышения безопасности полетов и разнообразных процессов в авиационной промышленности. То есть эта платформа хочет все оптимизировать, упростить и улучшить в сфере авиации. Основная цель, как я сказал, упростить процессы, связанные с управлением блокчейн-поставок, повысить безопасность полетов, предоставить возможность отслеживать детали от производства до их внедрения в работу благодаря использованию технологий блокчейн. GSCP предоставит своим поставщикам и покупателям эффективные и мощные технические инструменты. Эти инструменты позволят оптимизировать и обеспечить все внутренние процессы. GSCP позволит расширить охват покупателей и продавцов на глобальном рынке. Каждый сможет, благодаря технологии блокчейн, благодаря этой платформе, воспользоваться всеми преимуществами повышенной безопасности, а также увеличить скорость транзакций своих. Ну, в общем, вся платформа будет децентрализована, анонимна и очень удобна. Вот они, детали ICO. Будет задействован, естественно, самостоятельный токен, который будет являться валютной, так сказать, единицей данной платформы, GSC токен. Пресейл проекта начался 1 июля 2018 и закончится 24 июля. Публичные продажи стартуют 24 июля и будут разбиты на несколько раундов. Первый раунд продлится до 23 августа. Стоимость, как видите, 5 евроцентов будет. Отмечу, что на стадии пресейла, которая длится сейчас, идет, стоимость будет всего 2 евроцента. Дальше будет раунд 2 с 24 августа по 24 октября, где GSC токены можно будет приобрести вот по такой стоимости 10 евроцентов. И, наконец, ICO, в общем-то, закончится, будет закрыто как раз-таки 24 октября. Дальше уже будет дистрибьюция токенов. Можете увидеть, вот здесь диаграмма, сколько куда пойдет. На токен сейл уйдет 600 миллионов токенов. Часть уйдет на команду, на банду проекта, так сказать. 10% на escrow, 3% на баунти и 2% советник. Вот оно, распределение токенов. Естественно, на IT-разработку больше всего. Далее 20% на маркетинг, на юридические вопросы и вопросы безопасности также выделено средства. Вот дорожная карта проекта, большие обширные планы. Database Development нас ожидает в конце года. Запуск платформы в первом квартале 2019-го. Блокчейн Traceability трекер будет запущен во втором квартале. Ну и многое-многое другое, собственные смарт-контракты, маркетплейс. Видите, у них обширные планы расписаны аж на несколько лет вперед, до 22 года. Вот она, замечательная команда. Максим Легро, Сириль с труднопроизносимой фамилией Вуарадо. Собственно, можете почитать про разработчиков, кто разрабатывает блокчейн, кто занимается маркетингом, коммуникациями, бизнесом и финансами. Очень интересный перспективный проект с серьезной командой советников, с крупными партнерами, такими как Forecast Electronics, BIP Info, давайте смотреть, Guanchuan, Flight Dynamics и многие-многие другие. Я рекомендую вам пристально следить за GSC Aviation, Genesis Supply Chain Aviation, подписываться на мой канал и смотреть за обновлениями. До новых встреч, друзья!